Приветствую вас. Я буду исходить из того, что вы написали о своем парне, вот, и о том, как люди его национальности, да, воспринимают братьев и сестер. В принципе. Смотрите. Ваш мужчина считает, что женщина, ну, его женщина, например, да, должна быть какой? Ну, послушной, да, подчиняться ему и так далее. Вот. Ну, просто потому, что вот это особенность такая у мужчин, вашей, ну вот, у мужчин национальности, о которой вы сказали. Соответственно, если у вас старший, младший брат, то молодому человеку не заставило труда сопоставить то, что вы, наверное, о младшем брате своем забудетесь как-то, ну, там, делаете что-то, да, там, для него, там, вот, возможно, даже проводите с ним время, помогаете его воспитывать, ну, например, это просто, например, это просто я фантазирую сейчас, да, вот, и, соответственно, это означает, что вы, скорее всего, что вы привыкли иметь дело с мужчинами, с мужским характером. И это, в свою очередь, означает, что, ну, если так, если ситуация вот выглядит так, то мужчине вы подчиняться вероятнее всего не будете. Ну, потому что вы от брат, и вы как бы знаете, каково это. Вы знаете, каково это иметь брата. И как бы мужчина, да, он не может не знать. У него тоже, наверное, есть братья, и он знает, как это, когда у тебя есть там, младший брат, например. Что ты должен младшему брату, да? Как бы, как ты вести себя обязан, если есть младший брат. Ну и так далее. И так далее. Вот. Ну и, соответственно, мужчина анализирует уже, как вы будете с ним взаимодействовать. Мужчина анализирует, как вы будете себя вести с ним. Мужчина анализирует, как вы будете, значит, общаться. Как вы будете себя ставить, как вы будете себя позиционировать по отношению к нему. И решает для себя, нужно ли ему это. Ну, нужно ли ему, например, вот, ну, проблемы возможные с вами. Там, например, ну, я не знаю, там,
спорить, например, с вами, допустим. Ну, допустим. Просто элементарно, да, вот просто. Спорить с вами, например, доказывать вам что-то, например, и так далее. Вот. Ну, мужчина для себя решает, стоит ли оно того или нет. Вот и все. Мужчина думает, стоит оно это или нет. Поэтому отсюда его задумчивость. Потому что, очевидно, да, что могут быть такие ситуации, когда мужчине не подходит такая женщина, у которой есть, там, например, младший брат. Вот. Вот и все. Другой бы мужчина, если бы другой мужчина вам задавал бы такой вопрос, да, другой, ну, любой другой мужчина, вот. Это было бы просто интерес, как вам и сказал мой коллега. Вот. Это, ну, просто интерес. Действительно, просто обычный простой интерес. Но, в вашем случае, для человека все это важно. Очень важно. Для человека все это вообще, ну, предельно важно. Потому что ему с этим как бы иметь дело. Ну и семья для мужчин, вот той национальности, которую вы назвали, семья для таких мужчин тоже очень важна, на важном месте находится. Ну вот. И соответственно, как бы то, какая вы сейчас, то какая вы на данный момент, ну, по его мнению, во многом определилась семьей. И ему придется иметь дело не только с вами, но и с семьей, возможно. Поэтому он как бы просчитывает уже возможное вероятное развитие событий с вами. Ну вот. Я думаю так можно вам ответить на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!